Всем привет! Это канал «Время первых ПЛ». Мы сегодня в боксерском ринге. Мы в зале у Андрея Юлдашева. Называется клуб боксерский «Warsaw Boxing Team». Приветствую! Здравствуйте! Приветствую! Андрей, расскажи несколько слов. Тебе удалось создать боксерский клуб? Да, мне удалось его создать. В принципе, тренерством я занимаюсь уже с 2016 года, сразу же после того, как закончил выступать на любительском ринге. И все время у меня как бы была, можно сказать, так маленькая мечта, это организовать какой-то свой маленький клуб, свою маленькую секцию и уже вести их как лидер, как тренер этой секции. Вот, и в принципе, Варшава дала мне такую возможность, чтобы эта моя маленькая мечта сбылась. Но все время я как бы над ней работаю, над этой мечтой, не останавливаюсь и как бы развиваемся. Это твоя работа или вперед. Это твое хобби? Это больше как мое хобби, которое перерастает со временем уже в какой-то более профессиональный вид. Потому что у меня есть моя основная работа, где я как бы работаю. А бокс это просто было, вот, например, взять год назад, просто как дополнение, но сейчас постепенно я как бы уже перерастаю в более, скажем так, профессиональный, что ли, вид тренерства. Вот. Слушай, ну я, почему мы здесь? Я слышу про вас от разных людей, независимых, не знающих друг друга. Вы звучите, вы начали как бы просто потому, что много людей к вам пришло и тут подружилось с точки зрения бокса, а сейчас я слышу про соревнования. На которые вы уже пошли, и уже вообще звучит ваша команда, при том это наши люди. Да, в основном это наши люди, да. У меня в секции 80% это ребята с Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Грузии, то есть это как бы в основном сказать люди из СНГ, да. Вот. Но также у нас есть и поляки, которые... Есть тоже, поляки, да, слышно польскую речь. Да, у меня как сколько времени уже этой секции? Ну, уже год, можно сказать, год. Да, год времени. Да. Мы как раз, можно сказать, начали развиваться в разгар вот пандемии в прошлом году. Вот, и немножко в плане этого было как бы сложновато все это организовать. Ну, в принципе, мы прорываемся, и уже вот как видно, там спустя полгода мы начали ездить на соревнования, начали выступать, начали заявлять о себе на польской арене бокса. Вот, и что, в принципе, меня как бы радует. Вот. Сколько людей к тебе ходит? На сегодняшний день? Ну, секция составляет порядка 30-40 человек. Вот. Но, опять же, это варьируется, так как в основном люди, которые ходят ко мне, это люди, которые здесь же и работают. То есть не всем как бы позволяет возможность все время ходить, регулярно заниматься. Есть много ребят, которые очень горят, но ввиду того, что у них какие-то там рабочие моменты с работой связаны, они не могут себе позволить, поэтому это количество все время варьируется. Ну, в принципе, у меня на тренировках присутствует порядка 10-15 человек все время. А тренировки вечером, утром, какое время? Людям удобно. В приоритете это вечернее время у нас идет, то есть это понедельник 17:40. Вторник и четверг 20:50 и суббота это уже утреннее время 10:50. Вот. И ходят те же самые люди? Ну, в принципе, да. То есть основа, которая сохраняется, она, в принципе, есть, там порядка 7-8 человек. Вот. А все остальное просто как бы варьируется. Кто эти люди с точки зрения возраста, давай так? Возраст у меня категории самые разные, так как у меня существует еще детская группа. В детской группе у меня дети от 9 до 14 лет. Во взрослой группе у меня от 17-16 и 50+, так как люди приходят не только с точки зрения научиться боксировать, где-то выступать, но и используют это как хороший источник фитнеса для того, чтобы похудеть, приобрести какие-то навыки самозащиты, уверенности, то, что, в принципе, дает бокс. А женщины, мужчины? Женщины тоже, конечно, присутствуют. Девочки у нас, ну, в процентном, как бы, процентной составляющей где-то около 20-25% у нас девочки. То есть присутствует такое? Конечно, да, безусловно. Видит процесс тренировки? Но процесс тренировки выглядит достаточно разным образом, так как я сталкиваюсь с разной категорией людей, с людьми разного уровня, так как у меня тренируются как и новички, которые приходят с самого нуля, что, в принципе, у меня в приоритете, чтобы научить человека с самого нуля, вывести его на ринг и показать там уже какой-то уровень. Но также ко мне в секцию приходят ребята, это уже мастера, которые достаточно долго занимаются боксом и находят себя здесь. И поэтому, так как я работаю сейчас, у меня... тренировки, как бы группа сама не поделена на
уровней, скажем так, нету начинающих. У меня просто одна общая группа. И мне приходится вот каждую тренировку, да, есть какой-то конкретный стержень, план, по которому я должен работать, там, например, там, понедельник у нас техника, вторник это у нас работа на выносливость, спарринги без утяжелений, четверг это у нас работа с железом, то есть с утяжелением, и суббота у нас работа в парах, спарринги. Вот, и мне нужно все время варьировать тренировочный процесс в зависимости от того, кто на тренировке присутствует. Но школа моя именно отличается тем, что я уделяю очень многое внимания координации, синхронизации, каким-то моментам мышления, потому что, ну, мое глубокое убеждение, что любой спорт, не только бокс, но на высоком уровне, на большом, на приличном уровне – это интеллект. Поэтому спортсмена нужно в первую очередь развивать интеллектуально. То голову. Есть, да, бокс начинается весь только с головы. А кто эти люди, которые вот к тебе приходят? С точки зрения, вот мы уже возраст, мы разобрались, поляки наши поняли, они где-то работают тяжело физически, они работают. То есть, насколько разнообразный вот у тебя контингент людей? Совершенно по-разному. У меня как бы, если брать категории людей, да, понятное дело, в основном, если брать наших людей, наши люди приехали сюда на работу, да, то есть, понятное дело, это человек, который работает, трудится, да, но он находит для себя какой-то... Силы и время. Силы, да, релакс какой-то тоже для себя, потому что, когда уже выходишь после тренировки, ты чувствуешь, насколько это было круто, что я там пошел, что я как бы там не пожалел время, вот, и, ну, они как бы находят себя в плане того, что для них это немножко какой-то выход из рутины, потому что все-таки, как бы, боксерские тренировки, это не то, что как бы мы видим в обычной жизни. Мы сюда приходим, здесь у меня на тренировке царит супер атмосфера. Вот, все горят, все друг друга поддерживают. Ты горишь. Я видел, как ты с энтузиазмом сам работаешь, да. Ты не отдыхаешь ни секунду, ты все показываешь, со всеми все делаешь. Я это видел на видео, и да. Как это... Хотел тебя спросить, как получается, вот, что люди, которые пришли к тебе, от тебя в восторге, и получается такое некое боксерское братство. Как ты его сделал? Есть такое. Как мне сказал один мой подопечный, он говорит, Андрюха говорит, люди, говорит, приходят к тебе не на тренировки, а только просто к тебе, как к человеку. Вот, но на самом деле ты мне как бы не первый говоришь об этом огне в глазах, а об этом энтузиазме. Ну, наверное, не буду изобретать велосипед. Это любовь. Любовь к любимому делу. Все, так скажем. Ты любишь бокс? Я обожаю бокс. Давно у тебя это началось? Ну, вообще бокс я с 2010 года как бы заинтересован в этом. Более серьезно я начал заниматься с 2011 и по 2016 я выступал как спортсмен. А где ты? Откуда ты? Как боксер. Ну, я сам из Украины, из города Хмельницкого. То есть, как бы это маленький городочек. Возле Хмельницкого, это 50 Хмельницкая километров. Область, да, Хмельницкая область, да, это Старокостянтинов, да, город, да. Мой родной, вот. Но начала серьезно уже выступать, заниматься по приезду на учебу в Польшу. Это мне было 17 лет, я приехал сюда на учебу, и буквально вот параллельно с входом в университет я вошел в боксерский зал. До сих пор не вышел. И до сих пор, да, можно сказать, не вышел, да. Хотя были моменты расставания с боксом, это из-за травм, из-за каких-то там рабочих моментов, но все время старался, чтобы бокс шагал рядом, и, в принципе, можно сказать, никогда я с ним не расставался надолго. Ты выступал в Польше на соревнованиях? Да, на соревнованиях, на международном уровне выступал, ну, выступал 5,5 лет. В принципе, там, да, если говорить о каких-то заслугах, то... Я являлся чемпионом и двукратным медалистом международного турнира европейского статуса Єжего Сухудова. И победителем турнира международного экстракласса Станислава Кильяна. Ну, в принципе, там есть еще много таких как бы моментов, да, заслуг, кубки. Я получал много лучшего боксера турниров. То есть там, ну, такие моменты. Но это как бы... Скажем, такое дело. И сейчас перешел в тренерскую уже. Да, сейчас перешел, да, в тренерскую. Что тебе больше нравится, выступать или тренировать? Ох, я скажу так, у меня как бы ввиду моей травмы, как бы, да, которая у меня присутствует, выступать я уже не могу, но глаза у меня все время горят. И, как говорится, чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе боксера. Пока что у меня в себе боксера не получается убить. Я спаррингую со своими ребятами, то есть как бы у меня... При тренировочном процессе, когда я готовлю ребят, я с ними же и спаррингую. То есть как бы у меня этот огонь остался. Здесь с тренерами мы тоже спаррингуем в этом зале. Все время как бы проводим такие маленькие кооперации, скажем, в которых мы обмениваемся опытом. Вот. И в принципе, то есть если брать выступление и тренерство, это два разных вида вообще спорта. Разные вещи. Вообще разные.
И вот ваши твои ребята уже начали выступать, тем не менее. Да. Что ты скажешь? Как у них успехи? Как они идут? Ну, на самом деле не буду там дорисовывать каких-то заслуг. Есть... Это аматорский? Аматорский, безусловно, да. Это аматорский, то есть олимпийский вид бокса, да. То есть нашли какого-то уровня и решили, что надо с кем-то уже другими клубами, как бы, да? Да. Ну, как бы соревнования между клубами это и есть аматорский вид бокса, то есть вот. Но... В принципе, прогресс на постоянной основе в секции он есть, потому что есть ребята, которые тренировались у меня там буквально 3 месяца и на соревнованиях боксировали там, с двукратными чемпионами Польши. И, в принципе, на характере вытягивали на равных, то есть абсолютно равный бой. Вот. В плане каких-то таких больших прогрессов еще рано говорить, так как секция существует совершенно недавно, то есть я ее только как бы организовал. И в основном у меня выступают люди, которых я беру с нуля. То есть у меня еще не выступали ребята, которые приходят прямо вот с багажом каких-то там опыта, он от меня выступает, я потом рассказываю, что вот там выиграл от меня. Нет, я беру на соревнования людей абсолютно с нуля. Вот сейчас вот... Ну это же интересно. Да, безусловно. Лепишь да, вообще с нуля. Безусловно, да. Леплю как бы, да. И вот 3 недели назад мы выступали в клубе Фанга. От меня выступало 7 человек, абсолютно все дебютанты. Ребята все дебютировали, можно сказать, на ринге. Ну и у нас как бы 3 победы, 2 поражения, 2 ничьи. Вот. Что ты скажешь по судейству? Это же наши все ребята, украинцы. Украинцы, белорусы, я имею в виду, вот судьи. С поляками. Да, судьи. То есть нас не заслуживают? Ну, скажу так, то есть здесь конкретно сейчас, как мы выступаем, судьи все поляки. Начну, может, с другой как бы точки. Когда я выступал, в принципе, я сталкивался с такими моментами, что немножко отдавали в ту сторону. Но с таким вот, что прямо вот заслуживали, у меня как бы не было такого опыта. То есть, в принципе, все мои бои, которые я провел, у меня там порядка 6 поражений. И все, в принципе, я их проиграл, я считаю, заслуженно. То есть я как бы смирился с тем, что я проиграл, и окей. И потом работаю над собой и пошел дальше. Вот. Но по ходу наблюдения за самим боксом, то есть этот человеческий фактор в плане судейства, он присутствует. То есть часто отдают победу тому, у кого там больше каких-то знакомых, кто лучше кого-то знает. Вот. В принципе, мы сейчас столкнулись в крайний раз, вот 2 дня назад выступали на гранде. В Варшаве от меня боксировал парень в 63 килограмма. Вот. Ну, там, скажем, перебоксировал поляка. Точно перебоксировал. Поляка, да. Ну, там не может сказать в одни ворота, но перебоксирован на классе точно. И тому парню 2-1 поднимает руку. И тот парень, такой поляк, говорит, ему поднимает руку, он такой, раньше не выиграл. То есть это как бы говорит о том, что немножко предвзятые отношения все-таки есть. Да. Ну, с другой стороны, мы эмигранты, нам надо больше работать. Мы должны, видимо, доходить до нокаутов, нокдаунов. Согласен, безусловно, да. Вот как я уже говорил своим ребятам, то есть как бы для нас это мотивация работать 2 раза больше и быть на голову выше соперника, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Ну, а вот ты сталкиваешься с поляками, у тебя приходят в клуб тоже. Ты видишь, что наши более как бы к цели идут амбициозно? Нет. Нет такого? Нет. На самом деле, мне кажется, это в большей степени стереотип, так как я все время боксировал, можно сказать так, по 2 стороны. Я все время ездил на Украину, там тренировался с ребятами, тренировался в Польше и... Отличается только сама школа бокса. То есть, в принципе, нету такого там какого-то ментального перепада, что там поляки слабее, мы сильнее. И поляки хороши, и мы хороши. Это больше касается самого тренировочного процесса и кто их ведет. Вот. И Хмельницкий над этим как бы, школа хмельницкого бокса, она как бы над ним всем тренирует. Можно. Скажи мне, а вот самая сильная школа, вот такая мировая бокса, если мы говорим уже о мировом? На сегодня. Ну, значит, смотри, это делится так, то есть, если поделить бокс любительский на 2 категории, то есть, это есть школа бокса СНГ, то есть, это бывшие советские, да, то есть, советская школа. Казахстан, Россия, Белоруссия, Украина, Польша, да, возьмем Европейский Союз, это есть западная, американская. Если брать любительский уровень бокса, то в принципе самой сильной считается школа бокса СССР, СНГ. То есть она считается самая сильная. Если брать же профессиональный уровень бокса, он весь в Америке. То есть все там. Да, профессиональный бокс доминирует в нем Америка. Так как бы весь бокс идет оттуда. Если о профессиональном боксе, кто сейчас, вот, на твой взгляд, лучший спортсмен?
Ну, опять лучше же... Лучше боксеры, не знаю, спортсмены это сейчас или артисты. Опять же, да, как бы бокс поделен на весовые категории, и как бы этих весовых категорий около 14, и как бы вне зависимости от весовой категории... Вот твой приоритет, твой любимчик. Ну, на кого я обращаю внимание, например, это наши соотечественники, это Вася Ломаченко и Усик Александр. То есть, если смотреть на того, кто вот прям самый сильный, я думаю, это Флойд Мейвезер, так как он идет с рекордом 50-0. И, ну, он как бы не был ни разу на профессиональном ринге побежден, и этот 50-0 он сохранил, да, он сейчас уже, по сути, там вышел на пенсию, и его так и никто не победил. То есть, я считаю, что если брать вне зависимости от весовой категории, да, pound for pound это называется, то это Флойд Мейвезер. На сегодняшний день. Да, ну, это как бы, да, ну, можно так сказать. Круто. По Варшаве. Что ты скажешь о боксерских клубах, о вообще о жизни боксерской в этом городе для аматоров? Какой выбор? Какие ты клубы назвал бы конкурентами? Ну, в плане вообще по Варшаве, если брать, скажу так, что здесь боевые школы, да, вот, наверное, я впервые столкнулся с вопросом коммерции. Так как в Варшаве действительно все строится только на коммерции. Это какие-то коммерционные турниры все время, то есть какие-то взносы, это оплаты за тренировки, то есть как бы очень мало таких школ, которые могут оферовать, да, то есть предлагать для нас тренировки бесплатные. С чем это связано? С тем, что там, ну, дорогая аренда, и понятное дело, все как бы это... Ну, капитализм, как бы, можно зарабатывать. Да, немножко сложновато вести. В плане конкуренции, я не знаю, для меня любой конкурент – это партнер. Ну хорошо, давай скажем просто, хорошие школы в Варшаве, в каждом районе есть школа. Которую бы я мог, да, которую ты сказал, мог, вот, интересно. Мог бы выделить, но я считаю, это Жолиборская школа боксу, сейчас это уже Варшавская школа боксу, потому что они как бы открыли сейчас там Макатове. И вторая, в принципе, которую я мог бы так выделить, это, наверное, Легия Fight Club. Легия. Всего, да. Ну, Fight Club. Есть Палестра? Есть Легия Fight Club. По Лестро я не знаю, там, наверное, более пока один по тайскому боксу. Да, да. Если брать боксерское, это, наверное, Легия Fight Club. И это ты говоришь о самих коллективах, о самих силе самой как бы команды, да? Да, да. По залам, допустим? По уровню качества зала? Да, вот залы сами. Но у нас есть здесь в Варшаве очень крутой зал, это Unique Fight Club. Он находится где-то в стороне Вавера, я туда даже ездил. Вот, был там один раз, крутые очень условия, но, опять же, все заключено под коммерцию. Ну, понятно. То есть, но все, есть такой зал, как бы чисто и, вот. Да, да, и, в принципе, и Легия. И Легия, второе. Fight Club. Тоже Legia там Club, все да. как бы. Хороший здесь. Уровень, да. Хороший уровень. Хорошо, как ты относишься к женскому боксу? Дорогие девочки, да, меня очень часто это спрашивают. В первую очередь, бокс для вас – это отличный источник фитнеса. Отличный источник подвижности, держания формы, мышечного тонуса. И во вторую очередь для вас это уже сам бой и сама как бы конкуренция, соперничество на ринге. Поэтому девочки, которые приходят ко мне, они приходят в основном за хорошей формой, крутым проведенным временем и каким-то адреналином. То есть... Травмы могут быть какие-то? То есть вот первый вопрос. Вот у меня дочка, например, хотела бы пойти на бокс, допустим. Но я, например, остерегаюсь как бы самого вопроса травматизма все-таки. Я занимался немножко боксом. Да, бокс это вид считается травмоопасный. Это уже даже можно сказать потом, что когда мы едем на боксерское соревнование, боксеру можно проводить только один бой в 24 часа. То есть, например, если брать там какие-то борцовские соревнования, либо ММА, то там могут они биться, там несколько боев в день проводить. По боксу уже картина другая, только один бой на 24 часа. Это, да, связано с травмоопасностью. Но девочек как бы тут отдельно идут, и их никто бить не будет. Ну, вот здесь, это я хочу сказать. Здесь как бы так, здесь дело заключается в подготовке спортсменов. То есть, если ты уже идешь на соревнования, ты должен быть готов как бы к тому, что вероятность травм, она все время существует. Вот, ну, как говорят, волков боятся в лес не ходить. Ну, конечно. Вот. Ну, слава богу, у меня, то есть, ну, пока что там за этот год, когда мы вот занимаемся, там, да, выступаем,
То есть, слава богу, никаких серьезных травм ни у кого не было, потому что есть шлема, есть 12-унцовые перчатки. То есть, в принципе. А шлемы обязательно на тренировке? Шлемы на тренировке, ну, как бы в процессе спаррингов, да, это обязательно, потому что это как бы, ну, голова, это самое, я считаю, основное, да, то есть, что мы должны беречь. Вот. И, конечно, на соревнованиях тоже шлемы, но опять же, по регламенту соревнований от 19 лет боксируется уже в ринге без шлемов. То есть в ринге без шлемов. Вот. Так что если брать саму как бы травмоопасность, это все присутствует, но нужно быть. Но не про нас. Ну, нет. Это как бы, ну, про нас, нужно быть просто к этому, скажем так, готовым. Готовым, Марина. В этом готовым. Есть свой риск, свой. Да, риск. Да, возможно, возможно. Ты упомянул ММА. Мы упоминали тайский бокс, кикбоксинг. Как ты к этому относишься? Приходят тебе люди оттуда, говорят, мы хотим, или, допустим, выбирают, мы хотим или туда, или туда пойти, как бы, что лучше, вот твое отношение? Ну, в принципе, любой вид спорта, он сам по себе хорош. То есть, как бы, я бокс никому не навязываю. Все люди, которые приходят ко мне, они выбирают меня сами. То есть, и... Ну, как я уже повторюсь, да, каждый вид спорта, в нем есть какое-то свое золото, вот, наверное. Если брать в плане разновидности, да, то есть, если брать, например, кикбоксинг, да, чем вообще отличается, да, то есть бокс, там, ММА и кикбоксинг, да, то, что в боксе это одна дистанция, только руки, в кикбоксинге это две дистанции, руки и ноги, а в ММА уже доходит партер, там, по сути, три дистанции. Вот, в принципе, чем они отличаются. Okay. Приходят ко мне ребята с разных, скажем так, школ. Ну, мы за бокс, мы за классический бокс. Да, да, ну, я как бы с ними работаю, ну, они остаются, им как бы нравится и... В общем так, если человек ко мне пришел, он хочет научиться боксу, я его 100% научу. Окей. Вот. Не скажу за сколько, потому что это как бы... За сколько времени, очень, да? Да, очень как бы отличается в зависимости от качества, да, которые даны. Но если он ко мне пришел за такой помощью, я обязательно ему это предоставлю. Вложу всю душу в него. Тренировки. Я наблюдаю, я подписан на ваш... Кстати, как подписаться на ваш канал или куда я подписан? Я в Фейсбуке подписан и в Инстаграме. В Фейсбуке, да, он в Фейсбуке и в Инстаграме мы есть. В Фейсбуке называется Wars of Boxing Team, то есть это английское, как бы, английское название. И в Инстаграме нету названия клуба, там только как бы моя личная страничка, вот, которую я использую как уже, да, боксерскую. Ну, боксерский плакат. Да, Андрей Юлдашев, да. Может, там где-то ссылку прикрепить. Да, да, прикрепим ссылку. И надо подписаться потом, и смотреть то, что я смотрю. Ну и на канал «Время первых ПЛ» тоже надо начинать уже подписываться. Да, точно. По поводу... Вот что я смотрю? Я смотрю тренировки на улице. Да. То есть регулярно вы на улице то канат какой-то тянете, то еще что-то происходит. Это регулярно? Это как бы практика? Ну, как бы по-разному. То есть... Скажем так, то есть тренировки на улице, они отличаются тем, что как бы присутствие свежего, наличие свежего воздуха, потому что в зале вечером уже очень жарко, перед нами занимаются другие группы, мы приходим, и зал уже так немножко душновато, вот, на улице же немножко посвежее. И это регулярно происходит? Да, сейчас уже на регулярной как бы основе, ну, ведутся тренировки на улице у нас два раза в неделю, это вторник и четверг, вечернее время 18:30, здесь тоже недалеко площадка от зала находится, на воле. Вот, и, ну, в принципе, люди, так скажем, поделились на два лагеря, потому что кому-то больше нравится на воздухе свежим заниматься, но там мы ограничены инвентарем. Ну да. Как бы амуниция, да. А здесь в зале нет свежего воздуха, но присутствует ринг, присутствуют мешки. Да, присутствуют все как бы необходимые снаряды для работы. Но нужно и то, и то. И, наверное, еще нужно бегать. Безусловно, все важно. И думать, что самое главное. И думать. И думать. А вообще, вот я, допустим, не очень сейчас в спортивной там форме. Я могу прийти, я потяну вот ваш уровень. Какой нужна начальная подготовка? Опять же, начальной подготовки никакой не надо, потому что у меня как бы. На тренировке все себя чувствуют хорошо, абсолютно. Вот приходит парень, вообще ни разу даже не был ни в какой секции, просто с нуля. Вот рядом занимаются ребята, скажем так, более профессиональные. Рядом занимается он. Я и тем определяю время, и тем определяю время. Он делает, тот, кто ничего не знает, делает свою работу под ключ, а другие делают свою работу. То есть я стараюсь максимально каждому определить время, исходя из каких-то там индивидуальных уже подходов, да, к каждому. Но он не получит сразу в нос на первой тренировке в ринге. Нет. Опять же, спарринг – это дело подготовки. То есть, чтобы допустить человека к спаррингу, я должен его подготовить, я должен знать, что он ментально настроен. Первые несколько там, тренировок, да, даже первые там, месяц, полтора месяца,
люди, они делают только саму технику, саму постановку удара. Да? То есть я выстраиваю удар с самого нуля, с фундамента. Вот, он изучает передвижение, тактику, то есть много таких нюансов. Впитывает в себя вот это окружающее, вот, что происходит. Да, 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 вот это вот. И тогда уже я могу его, если есть желание поспаринговать, окей, одеваешь капу, одеваешь шлем, выходишь в ринг. И опять же, в спарринге никто никого не бьет, работа у нас щадящая, то есть как бы ребята работают с головой, с умом, что в принципе все время говорю я говорю, все время нужно показывать красивый бокс. То есть не нужно устраивать драки. То есть бокс — это по сути шахматы. Да, шахматная доска, на которой мы должны проявлять свой интеллект. Серое вещество, так скажем. Дружба. Химия дружбы возникает в боксерских залах? Безусловно. Безусловно. Сплоченность коллектива — это основа продуктивного процесса. Если люди дружат, им легче переносить тяжелые тренировки. Дружба возникает в процессе вспульной тренировки. Да, 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 безусловно. Люди между собой общаются, люди с друг другом в дальнейшем начинают сотрудничать, находят друг друга. Потому что приходят люди с разных, скажем так, отраслей, областей. Кто-то тоже занимается каким-то предпринимательством. И у меня вот очень многие люди именно находят, даже можно сказать так себе, клиентов каких-то. Класс. То есть, да, как бы зарождается новый, да, да, новые бизнес-связи. Вот, и как бы дружба, ну, безусловно, она есть. Ну, когда вы едете в соревнования, то это одна команда. Да, да. То есть вот это вот, дух. Поэтому нужны соревнования. Да, да, я считаю. Безусловно. Я слышал, лагерь у вас появился. Да, да, это через месяц он будет. Это будет первый лагерь, организованный вообще мной в моей жизни. То есть до этого я ездил все время на спортивные сборы, спортивные лагеря, международные лагеря также ездил. Вот. И, кстати, о том, вот именно об этой сплоченности. То есть, вот такие вот лагеря, они помогают сплотиться людям и ощутить этот дух спорта, в котором ты находишься. Потому что мы едем в лагерь, база находится в лесу, мы полностью отключаемся от всего внешнего мира. У нас три тренировки в день, это утренняя и вечерняя, боксерские. И между утренней и вечерней это походы, какие-то байдарки, езда на велосипедах, то есть активный отдых. И вот, и мы только работаем в одном направлении, это тренируемся и активно отдыхаем. Вот, и очень круто. И это позволяет как бы сплотиться, позволяет ощутить, как я уже повторюсь, да, дух вот этого вот всего происходящего. Очень классно. Наши боксеры, украинские, я говорю, боксеры, команда вся боксерская довольно сильная. Я ходил на бокс в секции государственной и видел, как люди занимаются, насколько серьезно они посвящают себе. Здесь я бывал тоже на секциях, смотрел таким частным образом, и мне показалось все-таки слабее подход, то есть я не видел настолько самоотверженной вот подачи. Настолько вот они ходят, бродят и так далее. И польская команда не считается в мире, мне кажется, настолько сильной. Топово. Это наблюдение. Что ты скажешь на эту тему, как бы вот разницу польского и украинского бокса? Ну, начнем с того, что бокс – это спорт не для богатых, не для, скажем так, благополучных. То есть, как показывает практика, чем хуже у человека условия жизни, тем больше он добивается в спорте. Почему, вот, например, там мексиканские боксеры, кубинские боксеры, да, да, которые живут в очень плохих условиях, почему они добиваются больше? Потому что они работают вопреки, чтобы чему-то достичь. Бокс для них — это возможность выйти, скажем так, в мир. То есть, и в принципе, думаю, то же самое присутствует и у нас. То есть у нас, ну, не очень, как бы, скажем так, хорош экономический уровень жизни в Украине. Много разных изменений, испытаний у да, народа. Да, и люди как бы голодны к жизни, и они как бы понимают, что нужно, если боксируем, то боксируем. Нужно, да, нужно уже делать. Если делаем, то делаем это хорошо. В Польше все спокойно, все красиво, спокойно. Более, да. На да, луже. Да, на луже. В боксе как бы это более коммерческая основа. В боксе, в Польше бокс сам как бы более как коммерция. Вот, а как ты вообще считаешь, бокс не становится коммерцией вообще глобально? Не переходит в Инстаграм? Не зовут ли больше спортсменов, которые больше подписчиков, чем тех, которые лучше боксируют? Ты не наблюдал такого? Ну, ввиду как бы развития всех этих интернет-площадок, да, которые сейчас у нас происходят, то есть люди начинают использовать бокс и вообще боевые искусства как инструмент.
И, в принципе, это, я считаю, немножко плохо под таким взглядом, потому что не каждый человек является профессионалом в своем деле. То есть не каждый человек отдается полностью. То есть многие гоняются за просмотрами, за каким-то признанием непонятным. Уделяя внимание... Да, больше картинки. Картинки. Но не делают качественного продукта. Вот, и мне кажется, если брать уже, да, смотреть под таким углом на это все, то это как бы плохо, что он приобретает более такую коммерческую основу. Но, с другой стороны, кто-то должен платить, это платное в любом случае, безусловно, то есть безусловно. Нужно жить на что-то, безусловно. Тренеры должны получать вознаграждение. Это как обмен энергетикой, то есть да, он должен все время присутствовать. Да. Вы находите клиентов как? Где вы ищете клиентов? Да честно, нет. Как бы не то, что не ищу, то есть я считаю так, хороший тренер, он себе клиентов не ищет, они его ищут сами. И, в принципе, у меня так же и происходит. Ко мне люди, все, которые у меня занимаются, пришли ко мне сами. Все приходят один за другим, да, по рекомендации, да, по совету. Да, и в основном это, как бы скажем так, сарафанное радио, да, это кто-то кому-то сказал. Вот, потому что я уже достаточно долгое время на пространстве там, интернета себя не рекламирую, не, скажем так, ничего у меня такого не присутствует, и люди все равно приходят, слышат и остаются, что самое главное. Тем не менее, освещать надо, мы все ждем новых событий и новых соревнований. Да, мы стараемся как бы там о себе немножко давать знать, как бы не без этого, но опять же. Хорошо, скажи еще такой вопрос, если у тебя встанет большая очередь, да, если у тебя все заполнится, да, и ты хорошо как бы выстрелишь дальше, какие у тебя устремления и амбиции? Начну, наверное, с того, что работа тренера и, наверное, работа учителя – это в первую очередь не та работа, в которую люди идут за деньгами. Это, наверное, в большей мере призвание. То есть, если у меня станет очередь, в принципе, она у меня уже и сейчас какая-то является, и я сейчас, наверное, если брать планы индивидуальных тренировок, многим людям я, наверное, уже отказываю. Потому что, когда ко мне даже приходят люди на индивидуальные тренировки, они должны мне аргументировать свой приход. То есть я не беру человека, который приходит там, и вот он там не понимает, чего он хочет. То есть мы конкретно изучаем то, что ему нужно, и я расписываю тренировочный план уже исходя из как бы его потребностей. Как только в тренировочном процессе заканчивается прогресс, я прекращаю сотрудничество с таким человеком. И я сразу же говорю, как только мы начинаем входить в рутину, это сотрудничество, оно заканчивается. И, в принципе, возможно, благодаря этому подходу у меня достаточно много людей занимается на индивидуальных тренировках, на тренировках, если брать это на Мы говорим, допустим, сравнение. А тем не менее, если ты говоришь не о тебе как учителе, а о тебе как собственнике вот этого вот проекта, хотел бы ты, допустим, в каждом районе Варшавы открыть представительство своего клуба? Я думаю, еще рано об этом говорить. Ну так, не если мечтать, в принципе. Или ты хотел бы один иметь большой и все? Наверное, если иметь уже какую-то сеть, если мы говорим о сети, будет очень тяжело самому что-то контролировать. Да. Вот. И для меня самая главная задача заключается в том, чтобы сохранить качество тренировок, которые присутствуют. То есть, передавая человеку определенные обязанности, перенося на кого-то обязанности, я должен понимать, что он сделает эту работу так же качественно, как я. Что он не пришел сюда за деньгами, он не пришел сюда за тем, чтобы там получить какую-то там зарплату и просто там уйти себе домой пить пиво. То есть я должен понимать, что он так же горит, как я. Потому что я долгое время эту работу тренерскую делал бесплатно, вообще бесплатно. То есть бесплатно. Да, я, некоторое время пожил в Германии. Вот, и там у меня очень как бы ярко развивалось направление индивидуальных тренировок. Я находил людей, как бы я даже просто в зале подходил, просто говорил, там давай там постоим с тобой просто на лапах, просто элементарно, вот просто чтобы, как бы скажем, как тренер набить руку. Очень долгое время я делал просто это бесплатно. Просто я это люблю. Вот. Ну, как бы и так получилось, что я когда приехал сюда, в Варшаву, первые два месяца, когда у меня существовала моя секция, я платил за то, чтобы тренировать других. То есть я платил аренду зала, у меня количество людей нужное, которые окупят аренду, не набиралось. И я помню, где-то на втором месяце я так еду на электричке домой, на СКМке. И так смотрю, считаю, думаю, о, круто, сегодня плюс 7 злотых. Хотя бы смогу себе купить там молоко, там какое-то, либо хлеб домой.
То есть долгое время я делал это просто на энтузиазме, на любви к этому, как же и делаю сейчас. У нас в гостях святой боксер. Ну, давай пригласим сейчас людей, а я буду сидеть уговаривать, поднимать цены и не делать это больше бесплатно, я со стороны коммерции. Давай зарабатывать деньги и давай пригласим ребят к нам, к тебе, во всех. Приходите, друзья, да, обязательно приходите, не пожалеете, если у вас есть такое стремление. Приходите ко мне в школу, я обязательно вам дам все свои знания, весь свой потенциал, вложу в вас. Какой адрес? Адрес зала – это Зворотнича 6, Спарта Джим. Mm-hmm. Вот. Ну и в любом случае вы можете написать мне. Я думаю, Виталий прикрепит какую-то ссылочку. Да, чтобы и телефоны, был, да, и обращайтесь. Был контакт, да, со мной. Спасибо большое за выпуск. Все время. Нам очень приятно, и мы всех зовем на бокс. Я еще хотел бы сказать просто последние слова. Вот, спасибо, в частности, Виталику, вашей команде за то, что вы делаете, за то, что вы проливаете свет на людей. Благодаря вам о нас узнают, дай о Бог. Нас знают, о нас говорят. И ту работу, которую делаете вы, ее невозможно переоценить. Ваш вклад в это все, он бесценен. Поэтому спасибо, Андрей, вам большое. Андрей, я передаю тебе спасибо от людей, которых ты, ну, которых ты знаешь, ты тренируешь, но они все друг друга там отдельно. И они все мне сказали, есть один человек, который делает бокс круто и живет им боксом. Поэтому я надеюсь, во-первых, что еще появится несколько таких людей, а во-вторых, я тебе желаю тоже успехов и удачи. Спасибо большое. И еще одно. Я хотел бы, да, от себя. У меня есть... маленький подарок. Это 12-унцовые боксерские перчатки. Давай... Это надо идти уже мне. Надо. Давай мы, Виталик, сделаем так. Я тебе оставлю на них свою подпись. Для меня это будет как мотивация к развитию, а для тебя в дальнейшем, возможно, хорошая спасибо большое. Память, либо какая-то инвестиция. Не, ну мне надо к тебе идти на тренировки. Временем. Я уже выбора как бы у меня нет. Приглашаю. Я тебе оставляю здесь свою подпись. Спасибо. Перчаточка. Очень и круто. Тебе такой очень круто. Подарок. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо. Слушай, круто.